Также стало известно, что в бюджет на 2021 заложили средства на проектно-изыскательные работы по проезду Мунарева. Пока этот разбитый участок двигаются и пешеходы, и автомобили, по которому скорее по накатанной, вместе с тем по Мунарева можно добраться до 3-го отдела полиции, до отделения одного из банков, а также к жилым домам. В своих аккаунтах в социальных сетях депутат Думы Югры Ринат Айсин сообщил, что это направление в 27-м микрорайоне начнут проектировать уже в июне. Заложено на работы в казне города на это порядка 6 миллионов рублей. После того, как бумаги сделают, будут понятны стоимость асфальтирования и сроки, которые могут уйти на приведение Мунарева в полноценный проезд.